До фонда у меня был традиционный бизнес, связанный с водной архитектурой. И, в принципе, в традиционном бизнесе сейчас наблюдается просадка достаточно мощная, поэтому было желание найти что-то новое, что-то интересное в новых абсолютно сферах экономики. Вот как раз тема блокчейн, технологии криптовалюты, они актуальны, это самые модные, самое новое течение на сегодняшний день. Спасибо. А такой вопрос еще. Почему вы именно здесь, в этом фонде, блокчейн-фонд? Мне проект сразу приглянулся своей прозрачностью, своей открытостью, понятностью и, скажем так, доступностью, потому что, на мой взгляд, это народный проект, у которого большое будущее. Здесь ведь могут, начиная от студентов и пенсионеров и заканчивая людьми из списка Forbes, могут приумножать свои капиталы, инвестировать в фонд. Здорово. И еще такой момент, вопрос, какие перспективы вы видите вместе с фондом? Перспективы, ну, достаточно серьезные перспективы с точки зрения того, что, повторюсь, это народный проект, который понятен каждому абсолютно человеку. И делать бизнес в любом новом направлении, всегда, когда оно еще и народное и доступно каждому, это, ну, то же самое, как продвигать. Вот когда появилась сотовая связь, когда телефоны первые появились, их не нужно было придумывать, как продавать, их покупали. Покупали все и покупали везде. Вот мы сейчас находимся как раз на этом этапе. Это криптовалюты, это вот аналогия тех мобильных телефонов первых, которые появились, и все понимали, что это нужно, что за этим будущее. И приходили и покупали. Собственно говоря, вот так и происходит в данном случае с криптовалютой, с инвестициями. И потом, очень важно, что проект дает грамотность простым, обычным людям. Финансовая, да? Да, финансовую грамотность. Спасибо вам большое.